Так, пришла я утром управляться. Забыла закрыть я дверьки. И посмотрите, что этот Айкуша сделал с новым ведром, с новым ведерочком, с новым приновым. Я его только купила. Айкуша, вот это вот чье рук дело? Или зуб? Вот кто это сделал? Я тебя ругала за эти ведра? Ругала? Попереворачивал тут все мне. Что это такое? Вот это вот что тебе с этим ведром мне делать? Айкуша, смотри сюда. Что мне с этим ведром делать? Давай я тебе его на голову надену. Давай. Будешь теперь вот так ходить. Вот так будешь ходить. Только теперь оно тебе на голову вот так залезет. И вот так будешь ходить теперь. Нравится? Ну? Мне что теперь с ним делать-то? Куда мне его пристроить? Бессовестный. А стульчик кто вот это пожевал? Вот это стульчик, кто жевал стульчик? Кто съел стульчик? Трудное детство, да, Айкуша? Трудное детство. Я заметила. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот как стукнула бы сейчас, как столько так, вот как тюкнула вот так бы, как тюкнула. Вот уж же засранец. Бессовестный такой мальчик.